отбился. Акбар, Радулов. Так, а вот что это было? А что это было, друзья? Это две минуты. Ой-ой-ой. Конечно, на ровном месте сейчас Радулов зарабатывает удаление. Но, знаешь, когда в цейтноте выбрасываешь, там вопросов нет. Можно нарушить правила. Поперек площадки. Никто не атаковал. Самое интересное, что Радулова никто не атаковал. Поперек площадки. Это он передачу такую делал. Ну, это понятно. По диагонали. Но я уж не знаю, кому.